А выше. Ах ты ж! Чего, это Бэтка! Ну какого? Алло, блядь, мужики! Тихо. Почему меня еб... Сейчас, погодите. Да, сложно настроить игру. Очень сложно. Всем привет, всем привет. Всем привет. Музыка ВК транслирует. Всем привет. Всем привет. Не проспал стрим. Чё скажешь? Чё скажете? Опоздал на, ну, минуты 2, 3, 4, 2. Но по важной причине. У меня не врубался... Ну, короче, у меня КС не видел, но я пофиг. Знаете, почему у меня контру не видела, кстати? У меня не видела контру, потому что я отрубил в контре. Типа, чтобы у меня... Короче, хуй в БС есть, чтобы скрывать читы. Я ее включил, блядь. Ну, просто проверить, FPS-ов больше будет, maybe. Я ее включил, и без этого у меня чел не запускает контру просто. Пришлось отключать, и то есть, ну, если бы у меня были читы, вы бы видели. Но я осуждаю читы, я, конечно, не... Я ни в коем случае не читер, ничего такого. У меня какие-то странные... Что за говно у меня на компе? Ну, я винду снес. Короче, дилей сколько? Прилично. Прилично. Приличный дилей у меня, хороший. Бля, боже, ладно, приличный дилей. Секунд 30. Бля, меня в смысле сбили. Короче, если сегодня пройдет стрим без лагов, maybe я продолжу играть в контру. Я винду снес, но лагать не должно. Но я альтабался без стрима раз 20. Раз 20 у меня экран чуть в пи***ю не улетел. А, донаты сломаны. Ну, бля, что за говно, ну почему? Почему это, бля, откуда у меня это? Я винду сносил, я этого не ставил, бля. Откуда у меня вот, ну ладно, хотя бы вот так тогда сделаю. То есть, или донаты... Подождите, я все время играл в контру, у меня донаты были по центру экрана. Я долб... Не интересует Emerald бабочка по лоу прайсу. С кейса выйду. Хз, кому продать. Что, блядь? Emerald бабочка по лоу прайсу? Ты оху... Тебе реально Emerald бабочка выпал? Оху... Это Emerald вообще? Я не понимаю. Блядь, пи***ть лагает. Я не знаю, 2К монитор это проклятие. А нахуй ты мне сказал купить 2К монитор вообще? Нет, 2К моник прикольная тема, но... А я, кстати, тоже хочу купить 2К моник. Ух, бабочка, FPS и пизда, конечно, mm-hmm. Это правда. Она какая-то прям вообще странная, я не знаю, она как будто с черными такими этими. Вот ты крутишь, у нее такие прям... Она как будто не светло-зеленая, а темно-зеленая. Экран? Вот так, норм экран? Что-то этот, съехал немножко. Вот так нормально? Да, так нормально. Просто я не понимаю, у меня АБС улетел, я альтап нажал, у меня АБС я не вижу. Что это на бабочке всегда такая закорючка? Ну, бля, я, короче, тебя в друзья в стиме добавлю, поговорим, обсудим. Нихуя, ты быстро начал разорить. Да я залагал опять. Ну, бля, у меня лагает, пи***а, у меня еще сапка не наебала, правильно. Блядь, круши, сука, лаги, нахуй. Ну, когда альтапы сюда, у тебя тоже закручивают. Да, там фриз пиздец. Бля, я не знаю, это они сделали вот когда-то, и все очень хуёво до сих пор. А у тебя тоже, ты когда альтабаешься, у тебя БС смещается? Если ты, короче, оно смещается, если ты его держишь, ну, на него нажимаешь вначале, понял? Не альтабаешься, а потом на ОБС нажимаешь. А как когда ты на него нажимаешь, альтабаешься. Там вся хуйня. Так, ну против нас финны. Короче, я бы забанил Мираж, меня заебало играть и заебало мне его сосать. Выпала бабочка, с**ка, Эмеральд с кейса. Срочная новость. CSGO Run сошел с ума и раздает бесплатные скины всем новым пользователям. Бегом переходи в Telegram-бот по ссылке в закрепленном комментарии и хватай секретный промокод. Поднимай топовые скины, не выходя из Telegram. Играй в свои любимые режимы и прокачивай свой инвентарь на CSGO Run. Спасибо, Виктория. Да? Серег, ты не понимаешь. Ты мой абсолют, ты пойми! Я сейчас объясню, я объясню, я объясню. Ну потом качать демки, там было Skyway Walker. Блядь, что за говно мне донатят? Я не понимаю. Один донат лучше другого. Так, подождите, нужно аккуратненько сейчас в игру зайти, чтобы мне АБС не слетел. О, все заебись. Блядь, я на сервер забыл законнектиться, ну я не могу, боже, алло. Блядь, это просто пиздец. Почему альтаб такой трудный? Почему он так трудно дается? Серёг, у тебя лагает при альтабе? По-моему, тоже, да, но у многих нет. У меня вот прям вот как у тебя, понял? У меня прям залагивают, у меня потом еще на секунду еще потом игра залагивает после да, альтаба. Да, там фриз еще идет на 3000 лет. Это пиздец. Что за нож говно? Не, я дисконнекчусь, я не буду с этим говном. Как дисконнектнуться? Как выйти? Ага. Так, сейчас зайду еще раз. Еще самое хуйное нововведение в CS2, это дисконнект, ну, типа, ты пишешь D, тап, и там не дисконнект, там другая какая-то команда. А раньше всегда дисконнект был первый. Знаю, это какие-то разрабы конченые, сосы тупые. Как так можно напортачить?
FPS их вроде подняли чуть. Инферно, короче, лавочку убрали на лонгу. А, топ, у меня же еще проблема со звуком на стриме была. Ну все, игра говнище. Так. Консоль поменьше. Я вообще больше FPS. А 100 нахуй, что у меня? Ты еще... Оцени ник и разбань поживо, нет, я не... Ник хороший, но оцени... А, блядь. Разбаньте его. Там пинг у чела 1-2-2 у двоих, бля. Охуеть, а нахуй играем вообще? Это елопуки. Короче, прикиньте, что? Я поставил себе бинт на одну кнопку. Это что за бомж? Ёб твою мать, резный, против резный. Нас колоссальная бомжара играет. Один резанный. Не расходитесь лучше. Иди на, ходуй. Короче, прикиньте, я поставил себе кнопку. Он уходит, а не, он идет. А это... Ему пизда, ему пизда. Кнопку у меня меньше звук. Все, ласт. Либо громче. Кибись, первый играет. А, блять, по вашим никам еще сложно определить. Я думал, со мной какой-то остался. Ну, это, кстати, да, это минус то, что... Показывал бы друзьям хотя бы никнейм свой. А вот то, что справа у меня написано, минус, точнее, вниз стрелочкой 0.3%, это типа пакет лосса или что? Да, скорее всего, но я не включал, у меня просто пинг и эти, и FPS. Ну, у меня стабильно там пакет лоссы, плюс какая-то хуйня еще, медленные тики какие-то, блядь. Ну, вот медленные тики, да, бывают. Ну, разраб хуй, если бывает. Кого хуй, у меня, ну, зачем нам саптик? Чтобы в моменте у меня было 16 секрет на сервере, блядь. И что это? Пошел, мэй. А, он последний. Симон, это мусор какой-то, как будто бы. Не знаю. Все, я в тильте уже с первого раунда. Никого не убил. Я никого не убил, плюс начал стрелять. Мне не понравилось, как тут стрельба работает. Плюс мне армор сняли. Плюс я еще на А играю. Плюс вообще не хочется жить. Стабильное нытье на своем стриме. Ты без задержки прям вообще? Серег, 25 секунд делай. 7 секунд делай, 7 секунд. Забей, все забыли, что я вообще фейсит стример. Начал. Уеб. Ответ. На что хуй дрочишь? Нахуя? Хочется. Не донать меня, придурок. Что ты Но это умом. Челы друг друга убили, блядь. А как? Что это в миду было нет. Много, они, возможно, бой выйдут сейчас. Пода нету. Давай, Ванёк, кофарми. Экофарми, срочно нужен экофарм. Мам, меня спину не убили, пи***ц. К окне, если что, повторяю. И чё, он провалился просто куда-то? А он просто не. М-ку шёл сейвить, он М-ку пошёл сейвить, да. Не, М-ку у меня, я... Не, он на миду был, да. Он с КТ обошел мид. Он, походу, с КТ обошел, да. Бля, мне ху... Где норм скины? Что за ху... Это что? Майк Вазовский. Кто такой Майк Вазовский, кстати? Ты вернулся в КС! Кто такой Майк Вазовский? Корпорация монстров. Чё? Корпорация монстров. А кто? Зеленый с круглым глазом. Зеленый одним глазом. Одноглазый. Бэ, майн есть. Понял? Прошел на Я понял, да. Одноглазый зеленый. Майк Вазовский. У него пинг 60. Изи фраг. Знаю, я почему-то его пикнул, у меня пролагало пи***. Кто не верит, идет. Кстати, поняли, что Майк Вазовский это типа Амням похож? Амняма срисовали с Майка Вазовского. Я только сейчас догадался. Походу так и было. Это не бэ, они ушли. Недавно начал играть. Хаяшка 100% кредит, а он что если на фейс-сити пишет? Нужно подтвердить аккаунт, пишет. Серёг, чехня такая. Не знаю, мне дали просто VIP галочку и все. Я не знаю, у меня такой проблем не было. Распишись, БЖ, удачно, катки. Так. Левый кидаешь, правый добиваешь, бургер забираешь. Так, друзья. Курьера съедаешь. Распишусь, денег нет. Спасибо, блядь, за них тут. Чел в чате написал, короче, фоткаешь батю, и типа это твой батя регается на фейсе, а ты просто играешь за него. Ну такой план есть. Салам, ты мурка, оценение, которое мне сгенерило нейрон. Что ты делаешь? Нямаю. Стоит бай, ух. Total domination. Здорово, московский гуль. Спасибо за 5000. Hello, hello, московский гуль. Не знаю, Максовский гуль, походу, не спит вообще. Ну, он заходит мне ночью, просто по 1000 рублей кидает, вообще не пишет. Ну, это жесткий тип, если что. Это, не, это жесткий тип. Гайщик? Я Майнкрафт стримил, что ты понимал. Там челы в чате вопрос задают, он этот вопрос в донат отправляет. А, выше. Ах ты ж! Чего, блядь? What the fuck? Кто-то выкинулся. Там что-то тут было, да, походу, жесткое. Как у меня чел в КТ вот? На. Привет, СБББББББББ. Покажи прицел, пупсик. Камера фоткает? Вот прицел. Кстати, я понял то, что прицел лучше клипать.
И потом просто клип прикреплять, потому что код прицела, он потом устареть может. Но никто мне не хочет объяснить, почему у меня чел в КТ вообще, и пришел ко мне на Б, блядь, со спины, когда это А, и вообще на А у нас люди были. Не, на А у нас никого не было, вот именно. Вот это и проблема была. Ты был на А. Не-не, я потом пришел только на А. Оцени, которыми сгенерила нейрон. Это Не, кидайте. У меня люди по 5000 кидают и пишут Ку просто, и все. А, даже мне привет, кстати, не передали. Всем топ-донатерам Ку. Мне кажется, у них какой-то свой прикол у этих жестких донатеров, они вообще меня в хуй ставят, они просто, чтобы общаться в донатах, меня используют. Им вообще дебиты, мне кажется, на меня. Чё, как там у меня счет? Угу. Let's go, челы вычисляют, сколько... Это финны, блядь, они умом. Ванёк, чел пишет, что у тебя был в ТГ розыгрыш на 3 ножа, и запись удалена, наеба. Там сразу просто, чтобы чел... Наеба. Спамили. Или в этом, в ЛС она перестала и удалилась. Ну это пи***ц, что они... Почему чел он с бомбой на... Сверху. Я не понимаю, почему половина игроков на Б, половина в миду, половина, блядь, на А. Почему их больше, чем нас? Почему так, блядь? Чел на Б выходит. У меня 2 чела в сайте. Меня чел с платформы Вопрос. Алло, команда. Мы-то откуда знаем? Ты так вы в 2 в сайте стоите, суки, блядь. Мы стояли, придурок. Так я и был на Б в коннекторе. У меня с платформы ваши хуй, блядь. Потому что сваки лежат. А почему вы ничего не говорите? Ты не слышишь даже? Смог. Нет, я смог свой кинул в кон и под хаешку пикал. Нахуй, я не могу слушать то, что у вас там происходит. Чел на шифте просто найдет. Сын шифтовый, сын хуй, сын блядь. А нахуй этого хуй анимировали, зачем? У меня FPS жрет это 100%. Он и рашинг. А так это бред. Не, что они делают, это бред. Не, что они делают, это сейчас стрим-снайп 100%. Не просто на? Они... Не, я расскажу сейчас. Не, это сейчас 100% стрим-снайп, у этих детей просто мать умерла, у всех, блядь. Они все сады вылезли, блядь. За сайтом. 8. Все, лас сайте. Найс. Бля, там прям в один тайминг было, уходи. Ты, если в один тайминг, то раздефаешь. Если баг есть вот этот, да, точно с 11 секундами, то этот... Хороший парень. Да, короче, там если чё, челы... Да. Ничего вообще не сделали. Я убил их первого, отошел. Они раскинули гранаты ровно в меня, идеально в меня. И просто пошли меня вы***ли нахуй. Как будто знали, что я там один, вся хуй. Куда? Да, шемку? А, у нас. Я дам. Я думал, он заберет. Не, ну я не могу. Вот. Мне кажется, это БМН будет аккуратно. Да меня просто, блядь, сковывает то, что я играю на А. Я на экстранов не пойду на А, мне до пи***ли вообще. Я не для этого пришел в игру играть. Б бегут. Я фул. Ебать, это сложно было его заметить. Ебать! Нормально. Да, я уже не стал репикать 10 раз. Ой, наоборот, стал репикать 10 раз. Какого хуя, блядь? Ну это пи***ц, тут воды, блядь. Ебаешься. Что там делать, блядь? Ну, у меня вообще полная развлекаловка на апленте, я не знаю, я никого не вижу, мне так ноль людей. Туда, иди на Б, как играется один мидл, один А и три Б, а ты стоишь с ними, четвертый. Вообще-то играется 2 мид. Ну, блядь, играется тогда, когда играют мид, они не играют мидл. А чё, у меня на А никто не стоит, блядь. Почему-то самый сильный игрок на А играет. Ну, иди запрыги вот этих пешек твоих. Нет, пусть они играют, у них там уже оточенный геймплей какой-то. Ну, вот сейчас это будет А, но я не пошел, потому что у него уже в палу туда ходить. Вода. Вы чё, оху**, мрази? Чё, вышел с кона? Да! Я его убил вообще в коне, блядь. Прошли ещё раз, разбанка же. Какого хуя меня в бок хуй, блядь, когда у меня человек здесь? Так ты прикинь, я убил здесь чела перед собой, и на меня чел выпрыгивает из кона, я вообще оху**. Идите нахуй, 3 раза уже в бок заходит какого-то хуя, где у меня... Да, блядь, завали ебло, с**а. Тимур, дай трог тиммейтам. Один... У тебя 7000 долларов, блядь. А, у меня 9. Да цените темку, смотрите, какая. Хорошая, Let's да? Move. 7 фрагов, потому что новинка. Стой.
Я не... Что? Откуда, откуда, откуда? Я не знаю! Откуда? А кто-то видел вообще, откуда меня ёб... Скорее всего, отсюда, вот, Тимур. Раз через... Я понимаю, да, но то, бля... Я просто делаю стрель влево-право, у меня сквозь смог. Все. Все, меня нет. Все, меня нет. БТВ ушел с апплента сразу, а? Угу, не везет. Тебя как будто такая щетина. По звуку. О нет, это... Это Бэшка! Ну какого? Алло, блядь, мужики! Тихо. Почему меня ебать? Ну, Серёг, ты просто мне гомон. Кто-шка? Справа, в платформе. Упор справа, Серёг, ну ебать! Ну делай что-то! Можешь смоку быть, можешь вообще со спины быть. Пойду к вам займу. Еще две мрази по два фрага. Не, у меня вопрос, почему у меня человек слева, человек справа, у меня ебут и слева, и справа, и всем похуй. Ну потому что мне нужно было прочекать воду, а, и если кто-то был с воды. Понял? Серёг, тогда у тебя не было смока, если у меня без смока чел просто был, пришел был, в сайт и убил, если что. Не-не, там все в смоках было, я тоже не... У меня чел в сайт пришел и в бочину меня уебал. Не, два смока в КТ продлили, браток. Я тебе говорю, там до смока меня еб... Смок не прилетел, мне уже пизды дали. Сколько у тебя, 3 кила? Да блин, я не знаю, но мне не везет, нахуй. Мне 4 раза в бок заходит. Сейчас в бок убивают, потому что ты хуй ничего не делаешь в КТ. Меня не могу, у меня нет плея. Привет, просто никакого. Это мой первый донат тебе. И... Роспись очередь полгода. Ну уже чуть пом... Или полгода. Лошары. Под Б, под смок выйдет. Право. Вот он. Вот он. Кстати, Анрект видел? Я прям в него стрельнул. Два. Прям вот у меня. Видел? Ну, Симон реально бущенная хуйня какая-то. Ага. Серёг, видел Анрект у меня там был? Я видел Анрект. А, я ему в ногу дал. И Симон этому челу без ноги не попал в спину ни одного хита, если чё. Ну я вам остановил, сказал, что Симон это мусор. Прикиньте, даже в этом моменте, когда вот случился мой звездный час, я просто фликом в ногу въеб. Так, иди ча, я вам раскидаю. Бля, как мне этот гол заеб. Короче, я на миг. Не, ну Тимусь, мы хотим... Не, ну я тайминги выжду, я как профессиональный люркер сыграю. Да, давай. Не, давай без профессиональных люркеров, там чел один есть. Не, Серёг, ты вообще не пи***. Не, Серёг, ты... Все гуд, все гуд, у вас... Зачем? А у нас бомба куда бежит? Все гуд. У нас бомба из-за тебя не поняла, куда идти. Что, что это, блядь? Вас пушит с кону. Спина уже. Я вам сказал это. Так убей его, на... Так я не могу пройти мне на шифте, идиот. Просто зеленый нас не понимает. Ай, блядь, как с этой хуйни стрелять. Камера! Ты нахуя нас через верх отправишь, а потом пошуметь самому, зачем это нужно? Кто... Могли так же, просто через низ. Кто пиздел? Окей, я слышал. Чё ты там говоришь, Фанёк? Ты меня в муть. Ты ещё раз сделал? Успокойся. Фанёк, как ты можешь такое говорить с такой аватаркой? Ай-яй-яй. Игра супер легкая. Просто я тут 5 мобов в одно место добавляю. Ну, у меня 4 кило, но время игра так, кто супер легкая. Ну, друг, не легкую игру. Просто пиздец. Чел что-то, блядь, мне пиздит, то, что я что-то сказал. Ластап сидит 3.11, высирает мне войс, нахуй. Хуже Симона играет. Боже, блядь. А, он реально хуже Симона. Подождите, это что, бай? Да. Калаш внизу. Тимур, калаш! На воде! Вот, вон он! А? Не понял, а как он меня... А ты понимаешь, что дважды в мид пришел? Да, блядь, закрой рот, донат был! Меня... Да закрой рот, Ну, справа. Блядь, прикинь, чел реально... Справа. Ну так, блядь, ты не смотришь мышку, у тебя, блядь... У тебя что, ноль доверия, как с этим, как с Хельмином, когда... Я с тобой, я тебе не буду доверять, Серёг, ты тупой. А. Значит, ты тоже тупой для Хелена, которому ты вчера объяснял, что чел на кассе был. Да нет, Хелен просто левел 6.
предел играет все. Не доверился, из-за этого умер. Пришло дважды в мидл, дважды с мидла упал на волну. Окей, я было очень читаемо, что чел справа, потому что... Да, конечно, у тебя чел стоит с галилом. Да закройте рот, блядь! Мне чел кинул донат, меня отвлекло, блядь, я не понял. Ты 0 IQ-шник, блядь, Серег, я не знаю, ты завалишь? Нет? Я просто докушал. Докушал. Че кушал? Дерьмо, сука. Нихуя жестко сейчас. Я в ахуе. Еще и по курице въебал. Вы меня разозлили. Хорошая позиция, кстати, ее невозможно прифармить, потому что эта игра говнище ебан. Эта игра ебан говнище, эту позицию невозможно префнуть. Денег нет, согласен. Нищие ебаные. Понял. Приз, проверка. Го просто в мид залетим и все в мид просто всех убьем. По левой, если что, по левой, вместе по левой. Вот, точнее, по правой. Лево забудьте вообще. Право, ребят, Ты сказал лево, все, лево, идите лево, на... Я вам переколил, вы не слышите? Блядь, я никогда в жизни больше колить не буду, я не знаю, вы меня вообще не слышите. Вчера так же было, вы вообще не, не хотите слушать. Да. Камера, мид, блядь. Что-то меня залагало на мид. Какой мидл, блядь? Эй, идем и все. Убил его. Как бы толстовый... Тут он, мне мулик дал, алло, Серег. Понял. С тобой это... Почему в чате тоже пишешь? Вы что, вы вообще, блять, алло! Я сказал налево, потом переговорил, направо идем. Вот сюда, с этой стороны. Я сказал лево, потому что вот здесь проходишь и налево. Чего у нас бомбу все оставили? Потому что он с КТ никак не пройдет. Тимур, я не знаю, я с тобой шел. Серег, иди на... Ты заебал на меня, блять. Он не может с КТ сквозь вас пройти, бомбу раздефать, если что. А сквозь вапорт? Ага, блять. Короче, Серег. Жестко ответил. Ты не говорил? Клипайте. Походу тебе только вот это казуальные игры играть. Тогда. Ой, направду, если чихнуть. Ванёк, я бы на тебя посмотрел, как ты в секиры ебал. Я просто бы сидел все 100 часов нахуй наслаждался, как ты страдаешь. То есть ты любите, когда люди страдают, да? Нет, мне будет нравиться, как Ванёк страдает, блядь. Я думал, ты как казуал. Почему ямочка берется? Че? Ну-ка. Почему ямочка берется, знаешь? Ну-ка. Че, так ты идиот? Там сейчас будет бой с первым армором. Типа, ладно. Мегамост! Не-не, я этому Тимуру говорю, я думал, ты как казуал пробежишь калаш и оставишь себе эмку, а потом... Да вы тупо... Ты знаешь, что такое слово казуал вообще значит? Ну, так ты казуальный. Объясняй, что такое казуал, давай. Ну, казуал, определение. К примеру, вот, смотри. В Fortnite казуальные игроки. Знаешь, что те, кто играют не на то, чтобы поиграть, а там им нравятся фильтифлюшки всякие, блядь, не знаю, разноцветные, блядь. Эти, я тебе флеш туда даю. Проходи, блядь, алло. Разноцветные. Я не пойду. Блядь, сука, Ишак, окей, я сам убью его. Типа то, что цветочки добавят, там, я не знаю, курочки добавят. Ты идиот? Это вообще... Бля, ты тупой, нахуй. Я тебе говорю, определение слова казуал, ты мне говоришь... Ну, это тот, кто любит всякие финтифлюшки там, блядь. Ну, так какие нахуй финтифлюшки, блядь? Просто смотришь, как финтифлюшки или что, не снимать? А при чем тут я вообще в этих финтифлюшках? Ну, то, что ты любишь скинчики, Counter-Strike, понял? Типа, при чем тут... Ты... Это вообще не казуал. Это скин от... Почему у меня... Это ты тупой? А, это, ну ты, блядь, финтифлюшка, ебать. Из-за тебя я умер. Не, а ты прям знаешь дословно перевод слова, что такое казуал. Казуальный метод прохождения игры, знаешь, что такое? Нет? Иди развивайся, все, иди гугли, я не знаю, ты такой, вы ебаетесь на меня весь стрим. Казуал? Ты, к примеру, в Fortnite, вот, а поясни, кто такой в Fortnite казуальный игрок? Нет, ты хочешь сказать то, что... Так Fortnite это вообще не та игра, которая подходит под ну, определение все, казуала. Все, иди книжки читай. Если что, в контре тоже нет такого. Понял, вы идиоты, блядь, вы идиоты. Тут игра не проходится нахуй на Дасте втором. Это когда ты просто удовольствие получаешь от игры, идиот, блядь. Нахуй. Есть компетитив игры, есть казуальные. И казуальные, блядь, режим игры, нахуй. Вот ты можешь конфетки играть, как ты называешь, казуальство. Бля, я не забей могу, нахуй, я не он могу, зато, блядь, зато я не могу, говорит нахуй то, что я думаю. Казуально играть в контру, это играть с читами, вот что это значит. Что? Вот вообще, нахуй, понимаешь, казуальные это читы. Потому что с читами легче в два раза, вы просто... Не бейте
1 хп. Вы не так рассматриваете слово казуал, как я, и не в том контексте, блять. Но зато самый первый обзываешься тупым. Тогда вы тупые. Я тебя тупым не называл, я тебя тупым не называл. Так потому что, блять, ты и не можешь. Но потому что умный не обозовет тупого тупым, понимаешь? Дай калаш, блядь, обезьяна. Иди нахуй, ничего. Я хуею, чел пишет. Да я тоже в аху. Там бот-болт, блядь, друзья. Кстати, Анубис опять победили. Это бот. Я думаю, что за жесткий чел. О, еще один жесткий чел. Ух, блядь, нихуя. Это мой килл был. Жук, ты бомж. Ну смотри, у нас Крэнти. Билка ты? Кон. Нормально. У меня желание было сайка. Спасибо за игру, Сайвай Волкер. Не, что, ребят. Строго, успокойся. Вот, видишь, челы дают респект за игру только мне. А вы, бомжи, ебаные, нихуя. Вообще не сделали. Это говно, которое... Так он говорит, строго успокойся в конце. Потому что это долбоёб, который на меня просто так. Я ему показал, тут папа, и он сел просто обратно, нахуй.